самом деле организация хранения боеприпасов была организована очень грамотно. Были подготовлены отвалы, соответственно, разрывающиеся снаряды и гранаты, ну, все, что находилось на складах, упиралось в отвалы, уходило вверх и возвращалось обратно. То есть максимальный разлет боеприпасов составлял 500-600 метров. Были исключения, конечно, однозначно были исключения. Если бы склад не был организован таким образом, последствия мы не можем абсолютно предусмотреть, потому что все бы снаряды летели в сторону города, и полгорода не было бы.